Всем добренького утречка. Я села завтракать. Милена выображает. Лежит еще пока не хочет. У меня времени нету выображать. Я Бобу отвезла на работу. Сейчас быстренько позавтракаю и еду работать. Потом у меня еще дела. Кое-куда надо съездить. Потом опять работаю. Потом опять увезу Милену в школу, потом опять работаю. Короче, я сегодня работаю полдня, и потом мне еще нужно заехать на металлобазу, заказать какие-то железки, не знаю, Вова там мне написал на листочке. Короче, сегодня куча дел, но Вова сказал сегодня не заказывать, надо было заказать щебень, цемент, он говорит, кто это все будет разгружать. Ну ладно, из машины там щебенку выгрузят, а цемент они уже разгружают, если то за деньги. Мне в тот раз, помню, трубу вот эту привезли, которую мы на улице прокладывали. Два парня его вытаскивали, я им за это 400 рублей заплатила. Поэтому разгрузка дорогая. Я сегодня заеду, узнаю, может быть, закажу маму субботу, чтобы субботу с утра уже все привезли. Еще где-то нужно мне купить один лист крашеного металла, такой же, как у нас забор. Вова еще в субботу утром хочет, пока будут нам вот это все вести, для асфальтирования дорожек, хочет сделать забор, чтобы Динуля не прыгала, нарастить, чтобы высоко было. Вот. Так что вот такие дела у нас. С утра сегодня погода, у нас сегодня с утра холодная, пока 13 градусов. Ветер прямо, знаете, такой холодный, как осенний. Вот, ну сегодня обещают погоду где-то 16-17, без осадков, но так, с облачками. Такой у меня сегодня обед. Макарошки, здесь горбуша, соус кемали, Милены пельмешки и молоко. Садимся кушать, кормлю Милену сейчас перед школой и сама быстренько перекусываю и еду работать. Так, подожди, Милена, мне надо сфотографировать, папа сказал, забор, чтобы волны совпадали и по цвету. Сейчас поеду, буду узнавать, можно будет купить или надо будет заказывать. У нас прямо сегодня дубанчелло, да, Милена? Да. Закрываю. У нас сегодня 14 градусов и такой холодный ветер. А цветочки как все распустились у меня, красота. Милену повезла к бабушке. Вот. Сама поехала работать, потом заеду, заберу Милену и съездим быстренько перед школой, успеем на эту, на металлобазу. Ой, это что такое? Только подошла, она сразу увалилась. Пойдем, Милен, сразу на спинку брык, чтобы пузико почесали. Ой, холодно сегодня, прям холодно. Готова в школу, школьница? Давай, бери рюкзак. И на физкультуру не забудь. У вас сегодня еще физкультура. Мама, ты погладила мне футболку? Она что, мятая? Мятая. Ну, иди быстренько. Быстренько иди утюг включай комком. Быстренько сейчас погладим. Какие проблемы-то погладим? Давай. А что так складываем? Вот такая пришла футболочка на физкультуру теперь у наших ребятишек. Зеленого цвета выбрали мы такой цвет. И не маркая, и это. Здесь спереди такая вот эмблемка. И так вот. Сзади. Девчонки, время 3 часа, я только заявилась домой, заехала в магазин, купила продукты, сейчас буду готовить ужин уже, на ужин что-нибудь, я такая косматая, у нас сегодня такой витрина на улице, вообще капец просто. Значит, тут заезжала в магазин, купила нектарины, здесь персики, здесь купила 2 таких комплекта полотенчиков. В этой магните, хотела сказать, в пятерочке. Тут в упаковочке по 2 полотенца.
Вот, и они были по акции. Вот купила два вот таких вот комплектика свеженьких полотенчиков. Так, здесь кошечкам вкуснятина. Феликс тоже по акции был. Здесь яйца. Здесь дают вот такие вот штучки. Бравл Старс. Бравлы, в общем, это в пятерке. В магните что-то другое дают, в пятерке вот такие. И взяла кусочек мяса. В этот раз взяла мясо из пятерочки, потому что уже на базаре никого нету, и все закрыто, в общем. Время 16:00, и мне некогда больше разъезжать, искать там где-то мясо. Купила вот такое вот в упаковке. Приготовлю. Не знаю даже, что буду готовить сейчас, потому что времени у меня немного. Вот, скоро ехать уже за Миленой в школу. И поэтому сейчас что-то буду быстренько соображать, быстренько готовить, быстренько убираться. Все сегодня весь день у меня быстро-быстро. Вот, поэтому буду заниматься делами. Девчонки, хотела бы с вами поделиться вот такой вот замечательной находкой от Кубрикс. Это алмазная мозаика. Я решила сделать маме подарок. И как-то до этого я ничего так подобного не встречала. И тут я увидела совершенно случайно у друзей и решила заказать на Вайлдберрисе такую замечательную находку 21 века. Это алмазная мозаика, которая позволяет собрать абсолютно любое фото. Абсолютно, какое вы захотите, будете заказывать эту мозаику, достаточно выбрать фото и загрузить его на сайт. Это можно будет сделать после того, как вы уже закажете эту замечательную мозаику, после закупки. Набор это универсальный, сразу готов он к сборке. Долго выбирала подобный подарок для мамы, так как мама у меня усидчивая, как бы это все для нее как раз, она может сидеть долгое время, что-то делать, чем-то заниматься. Вот, поэтому я думаю, что этот подарок ей очень понравится. В наборе уже есть все необходимое, что нужно для этой мозаики. Остается только... Так, тихонечко здесь сейчас открою. Все полностью здесь внутри, в этой коробочке. Вот это вот алмазная сама мозаика. Держатель для нее такой. Все в специальных таких мешочках. Здесь сам формат фотографии. Этот формат фотографии 29,7 сантиметра на 21. Это формат листка А4. Вот. И здесь полная инструкция для того, чтобы и как это все делать. Остается только вот зайти на сайт и загрузить выбранное фото, которое вам понравится. Фото должно быть с крупным лицом, да, ну, чтобы, конечно, формат потом вашей картины был ярким. Не какие-то мелкие частички, а вот видите, как здесь показано, что вот должна быть фотография покрупнее. Мамы в подарок я выбрала фотографию, где они с дядей Вовой. Я уже скачала инструкцию по этой сборке. Осталось мне только отдать маме инструкцию и замечательную алмазную мозаику от Кубрикс. Также, когда будет готов результат фотографии, когда мама ее соберет, я вам обязательно покажу итог. Поэтому, кому интересно формат таких подарков, проходите по ссылочке, покупайте. Они сейчас продаются с большой скидкой. Поэтому ссылочку я оставлю в описании под видео. Проходите, заказывайте, выбирайте фотографии, радуйте своих близких. Yeah.
Уже вот такая темень, время еще 7 часов, уже так темно. Сегодня, сейчас собираемся за Вовой, сегодня ездила, не видно, наверное, будет. Нет, конечно, не видно. Купила вот такую вот железку, это вот такой же вот получается брусочек железный, уголок, не знаю, как его правильно называть. Вова будет там наращивать, для того, чтобы Дина не прыгала. Нам нужно будет купить вот такой же железный лист. Его под заказ, сказали, нужно только заказывать, потому что в наличии нету, изготавливают под заказ. И будет вот этот уголочек наращивать и железом все это закрывать. Вот, наверное, на выходных, не знаю, как получится. Улица очень-очень холодно, ветер. Сумасшедший просто какой-то, прямо холодный, вообще невозможно. Вот, сейчас уже одеваемся, едем встречать нашего папу. Опс. И все, и опять день прошел. Не успеваем. Я сегодня вообще ничего не успела. Я сегодня хотя поработала хорошо, дома сейчас мыла уже полы. Вот буквально 10 минут назад закончила, перемыла весь первый этаж, потому что в течение дня я ничего сделать не успела. Сегодня была опять весь день в разъездах, в работе. Быстренько сварила ужин, забрала Милену, привезла Милену, покормила и начала мыть полы. В течение дня ничего не успевала. Сегодня Леруська у бабушки была, потому что была куча дел. Естественно, с Лерой эти дела мне сделать не под силу. Я где-то не могу ее с собой брать, возить. И в машине ее не оставишь, правильно? Просто очень много людей порой пишут: Настя, почему ты не забираешь там Леру? Ну, почему Леры не было дома? Там, почему, в общем, так происходит? Вот, девчонки, я вам сразу объясняю, что есть такие дела, куда я просто не могу взять ребенка-инвалида с собой, оставить в машине и уйти какие-то делать дела, как бы. Поэтому иногда приходится так, что Лера находится целый день у мамы, я не забираю, потому что я, ну, как же, я живой человек, у меня есть какие-то потребности, есть какие-то дела, какие-то органы, куда я должна ездить, какие-то бумаги, еще что-то. В общем, ну, все мы люди, да, все мы знаем, что прекрасно, что когда жизнь идет, когда она не стоит на месте, человек все время делает какие-то свои дела, куда-то нужно ездить, куда-то ходить, в магазин, в больницу, в аптеку, а там в салоны красоты и так далее. Но я по салонам красоты не хожу уже давно, вот, да и не ходила, как-то можно сказать. Покупала персики, нектарины, персики, правда, такие были, ну, как рыхлые, не очень, и нектарины тоже. Вот, были мягкие, я думала, спелые, а они прям как вот, ну, рыхлые такие. Не очень мне понравилось. Те как? Холосо. Мне чуть не холосо. Кормила всех животных. Устряпали тут весь пол мне кровью. Смываю макияж мицеллярной водой. Ну, еще не до конца. Сейчас убираю только тональный крем. Тушь пока не буду, еще не ездила за Вовой, но к вечеру всегда люблю уже, чтобы лицо дышало, чтобы поры открывались после тонального крема. Пудрой сейчас не пользуюсь. Вообще, как переехала на юг, перестала пользоваться пудрой. Только тонального крема чуть-чуть и все. Сегодня смотрела статистику по своему каналу, девчонки, и я была, конечно, поражена. На моем канале смотрит 67% с подпиской и 33% из них без подписки. Смотрят регулярно и не подписываются. Так что хочу вам сказать, подписывайтесь, не бойтесь. Нажимайте на кнопочку, на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Потому что видео просматриваются регулярно, но без подписки, конечно, очень обидно. Поэтому не стесняйтесь, мальчишки, девчонки, нажимайте на кнопочку подписаться. Я уже не могу дождаться, когда будет 6000 подписчиков. Будем с вами опять отмечать эту дату. Ну, пускай не круглую, но очень приятную. Спасибо еще раз хочу вам сказать за то, что вы остаетесь со мной, за то, что поддерживаете меня своими просмотрами, своими лайками. Нам это очень-очень приятно. Всем вам хочу сказать огромное спасибо. Пожелать вам хорошего настроения. Увидимся с вами завтра на моем канале «Мама в тонусе». Всем прекрасного настроения, хорошей погоды, не такой, как у нас. У нас на юг просто пришел дубак. Отдайте хорошую погоду на юг. Просто холодно, ветер. Говорят, что с Новороссийска это идет такая погода. Не очень хорошая, не очень привычная для сентября на Кубани.
Вот, октябрь обещают вроде теплый, будем надеяться, ждать теплых денечков, потому что очень-очень не хочется прощаться с летом, с теплой погодой, но пускай будет осень, но пускай будет теплая. Вот, всем хорошего настроения еще раз желаю, всем спокойной ночи и всем пока!